Здравствуйте, уважаемые друзья! Пятница, вечер, за бортом плюс 4 градуса. И я хотел ответить на вопрос, связанный с фигурой Максима Бернье. Это политик, который по итогам, так сказать, летнего политического сезона перешел из одного спортивного клуба в другой, точнее, основал второй спортивный клуб, другой спортивный клуб. И вот меня спрашивают, что я по этому поводу думаю. Насколько шансы у Макса Бернье и у партии, которую он организовал, высоки с точки зрения следующего электорального цикла. Начнем с того, что напомню для тех, кто не знает, что Максим Бернье – это был один из лидеров консервативной партии Канады федеральной. Он участвовал в гонке, в ралли за пост главы консервативной партии Канады. Он проиграл, лидером консервативной партии стал Эндрю Шер, или Эндрю Шир, фамилия немецкая, поэтому Шер, но он, говорят, предпочитает, чтобы его называли Шир. И, соответственно, Максим проиграл, он ушел там на вторые роли, а через несколько месяцев после выборов он сказал, что он вообще покидает, потому что он начал делать всякие разные довольно-таки резкие заявления, которые, скажем, ставили под сомнение многие мягкие комментарии, замечания, которые делал как раз Эндрю Шир. И, соответственно, это основание, в конце концов, консервативная партия открестилась от него, а он открестился от консервативной партии. И он организовал свою собственную партию, Народную партию Канады. Соответственно, смысл этой Народной партии заключается в том, что он хочет действовать в интересах простых канадцев. Он хочет действовать, защищая традиционные консервативные ценности. И он считает, что консервативная партия Канады, которая на сегодняшний момент, она совершенно потеряла ориентиры во времени и в пространстве, и она больше не является консервативной партией. И вот меня, собственно, спрашивают, что я по этому поводу думаю, какие есть шансы у Максима Бернье, у его новой партии. Могу сказать, что самое распространенное сейчас в канадском обществе, среди тех людей, которые интересуются политикой, мнение, это то, что Максим молодец, Максим супер, особенно эти комментарии идут от сторонников либеральной партии Канады, что ты молодец в плане того, что ты расколол партию, и теперь большое количество людей, вместо того, чтобы голосовать за консервативную партию, которая все-таки является большой серьезной силой, и которая реально может перетянуть большое количество голосов на свою сторону в следующих выборах, что теперь, собственно, ты эти голоса, которые могли бы сделать перевес в пользу консерваторов, заберешь консерваторов, и в итоге либералы опять останутся у власти. И, собственно, они потирают руки. В этом есть, естественно, большая доля сромяжной правды. Но ничего не поделаешь, да. Дело сделано. И Максим, по большому счету, он сейчас признается, что он не планирует на выборах 2019 года занять какое-либо там серьезное призовое место, хотя он собирается бороться. Он больше планирует работать на перспективу, на выборы уже, получается, какого? 23-го года, да, потому что следующий цикл у нас будет в 23-м году. Каждые 4 года. И, соответственно, он говорит, что я хочу построить нормальную партию, у меня уже есть десятки тысяч сторонников, у меня есть уже большие пожертвования со стороны людей, которые разделяют мои ценности, мои идеи, и поэтому, собственно, я работаю над качественной новой партией. Так что, в принципе, его задача понятна, его ожидания тоже понятны. Его шансы, как оно все будет, мне кажется, об этом надо будет говорить по итогам выборов, которые будут. Но единственное, что могу сказать, это то, что очевидно, что он действительно заберет большое количество голосов у консерваторов. И это действительно будет являться большим ударом для консервативной партии, которая на сегодняшний момент реально рассчитывает на победу, потому что Трюдо делает все, чтобы самого себя закопать и выкинуть с политической арены. Как я уже много раз говорил, каждый месяц
приближает его кончину, политическую кончину. Хотя, опять же, потому что я слышал от людей, которые и читаю в комментариях по поводу, собственно, мнения о Шире, а о Шире тоже отзывается не очень хорошо в плане того, что это человек, у которого нет того стержня и той харизмы, которая делает из политика реального вождя, вокруг которого сплачивается вся партия, единомышленники, и который действительно может вести народ, страну к тем целям и задачам, которые на сегодняшний момент времени наиболее близки этому самому народу. Поэтому посмотрим, что из этого получится. В любом случае, еще раз говорю, что, как мне кажется, по моему глубокому мнению, перспективы партии Максима Берни будут понятны после следующих выборов, как они произойдут, когда мы увидим цифры, потому что у нас есть пример КАК, да, Коалиция Объединения Кебек, который отпочковался от от партии Квебека, сепаратистской партии, которая начала работать с нуля абсолютно. Смотрите, за 7 лет она прошла путь из ничто, из никого, из партии одного человека, политическую партию, которая вот недавно буквально получила большинство голосов на провинциальных выборах. Вы, конечно, можете сказать, что масштабы не те, но, тем не менее, поверьте, в Канаде такая вещь возможна, в отличие от многих стран наших, откуда мы вышли. Ну, пожалуй, все, что сказать по этому поводу. Затем откланиваюсь, как обычно. Всем отличных выходных. Не скучайте, отдыхайте, набирайте сил. Всем удачи. Счастливо.